Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами Любовь. И сегодня я хочу вам показать свитерок, который я буду переделывать. Но никто его уже не носит. Распускать мне его жалко, подарить мне жалко. И я его переделаю. Сейчас я вам покажу. Очень красивый свитерок. Шикарный. Рукавчики какие. И я этот свитерок хочу переделать. А переделать я его хочу вот как. С вот этой вот части кокеточку я ее оставлю и сделаю манишку. Будет шикарная вот такая вот манишка. Очень красиво, очень хорошо. А с вот этой части я свяжу шапочку. И при том я хочу вот этот вот рисунок повторить на шапочке. Ну, довольно-таки он мне запал в душу. Красиво смотрится. Как вы думаете? И вот я, значит, приступлю. Да, я распущу до вот сюда. Вот это пойдет на шапочку, это на манишку. И я вас буду держать курсе. Мы вместе будем распускать, мы вместе будем что-то творить. Но вот мне так захотелось, мне захотелось сотворить с этой лапопейсы, вернее, продолжить жизнь этой лапопейсы, но уже в другом виде. Я думаю, будет хорошо. Так что давайте приступим к распусканию и вязанию шапочки. Пойдемте. Так, начала я процесс вот этот. Значит, смотрим вот эту часть, которая жаккардом, которую я хочу на манишку. Я вот ее подраспустила до узора. И теперь я вот здесь пока на спицы одела и оставлю. Оставлю почему? Смотрите, вот эту вот часть, которая по телу шла, я распускаю. И вот так вот туго-туго наматываю на клубок. Не буду я парить там, ничего не буду. Я просто намотаю туго на клубок, и пусть оно полежит у меня несколько дней. Значит, вот это будет на шапку. И смотрите, у меня еще есть рукава. Все, короче, я вот это вот распущу. И будет у меня план такой. Значит, с вот такой вот пряжи цвета, да, я буду вязать шапку. Вывяжу шапку. И потом у меня сколько останется пряжи, я еще думаю, знаете, как сделать? Вот это вот манишка будет. И чтобы не просто вот здесь, а сколько останется у меня, я еще довяжу сюда, вот как, знаете, наперед и назад такие удлинения. На плечи не буду уже здесь достаточно. Широко, для плеч нормально. А попереду вывяжу и позаду такое удлинение, чтобы согревать грудь и спинку. Ну, это так заду мы, там уже как получится по пряже. Ну, почему я это все делаю, переделаю? Ну, мне вот этот узор нравится, очень нравится. Из-за этого я хочу этой зимой носить манишку и шапочку такую в комплектике, да, потому что мы рукодельницы и мы переделываем. Кто-то переделывает, кто-то нет. Ну вот мне захотелось именно вот это вот изделие переделать, сделать красоту. Потом здесь еще вот такой вот коричневый можно вставить. Короче, я вот тут подумала, мне хотелось вот такой вот узорчик на шапке. Ну, может, и сделаю такой, не знаю. Не знаю, полет фантазии очень сильно у меня прыгает. Из-за этого я не знаю, что я буду делать. Ну, мы будем делать вместе, и вы все это увидите. А пока распускаем, мотаем тугенько и смотрим какой-нибудь сериальчик. Все, подключусь еще. Продолжаю я свой процесс по переделке. И значит, я переиграла, как вязать шапочку. Говорила вам одно, а в итоге получается другое. Я решила повторить вот этот вот красивый узор.
Ну вот на шапочке он еще смотрится так некрасиво, потому что все-таки пряжа распускалась, а толком не выровнялась. Ну, когда она постирается, там будет все отлично. Значит, решила я делать такой же узорчик. А почему такой узорчик? Потому что подумала, смотрите, так подрастегну я вверх, да, пальто, куртки, и будет видно вот этот вот красивый узорчик. Ну и пусть будет уже такая красивая шапочка. Ну, жаккард я люблю вязать, для меня не составляет такого большого труда. Видите, как петелечки неровные, ничего, они выровняются, все будет классно. Значит, это сейчас я уже вывязываю макушечку, уже подхожу к завершению. Поделила я на 6 клинышек и в каждом ряду закрываю 2 вместе, 2 вместе. Вот такая вот получается дорожечка. Такая будет макушечка. По высоте уже достаточно, и потому я в каждом ряду и закрываю. Она будет такая вот пологая, не стоячая вот эта верхушка. Как блинчиком, да, будет, как в беретике. Ну, вот такая вот интересная довольно работа у меня получается. Ну, здесь еще, видите, все такое вот необрезанное. Будет все классно. Так, это я вам показала. Подключусь, когда уже будет больший результат. И мы полюбуемся вместе с вами. Постирала я шапочку. Видите, уже петелечки разровнялись. Здесь я даже, вон, гляньте, такой пыпточек связала для красоты. Сейчас положу сушиться. И потом, когда высохнет, вам покажу. И еще манишку довяжу. И изделие мои, комплектик, будет готов. Приступила к вывязыванию манишки. Когда я все вот это до рисунка распустила, у меня было 228 петель, и я распределила, значит, довязать еще наперед и назад по 68 петель, по переду и по спиночке 68, а закрыть на плечики у меня получилось по 41 петли. И, значит, я таким вот простым способом начала вязать. А вот здесь немножко сделала такую дорожку убавления. Закрыла я вот здесь у нас петелечки, значит, получилось по переду и по спиночке такое удлинение. И теперь вот здесь на плечиках, а может быть это будет по переду, я делаю бахрому. Такая довольно хорошо, красиво получается. Я нарезала, значит, ниточки, какие мне нужны. И так как у меня пряжа была распускная, я взяла подушечку. У меня есть такая подушечка декоративная уже. Она мне служит для того, чтобы я на ней салфетки сушу или разравниваю пряжу. Намотала я на эту подушечку пряжу. Утюгом паром прошла, выровнялась пряжа. И теперь я занимаюсь тем, что прикрепляю. Ну, кто, может быть, еще не знает или подзабыл, я покажу. Может, молоденькие девочки, которые не знают. Ну, вот я делаю вот так вот, да, получается, в 4 ниточки. Сложила. И делаю следующим образом. Так, подцепляю краешек крючочком. Ну, вот так, да, допустим. Беру за эту петелечку и вытягиваю. Вытягиваю, и потом в эту петелечку я проделываю, протягиваю ниточку. Ну, вот так вот получается. Таким простым способом. И получается, я вам скажу, очень красиво, мне нравится. Уже я практически завершаю. Скоро вы увидите эту красоту на мне. Так вот, потихоньку до конца вот здесь пройду. И можно сказать, готово будет.
доделаю. Здесь останется только мне подровнять, значит, подрезать низ бахромы. И вот такая вот красота получилась. Мне очень нравится. Я не жалею, что я этот свитерочек пустила на переделку, на новую жизнь. Очень классно. Так, теперь увидите это все в готовом виде.